Всем привет! Тема этого видео будет про кондицию Амстаффа, именно в плане веса, потому что многие, может быть, ну не многие, а некоторые, так будет правильнее сказать, некоторые люди, им кажется, что чем больше там их Амстафф ест, и чем больше он становится, тем он сильнее, там мощнее, ведь выглядит он мощно. И я не исключение. Раньше я тоже думал, что надо кормить собаку там чуть ли не как на убой, чтобы она была на массе. Но поскольку я постоянно экспериментирую там с едой, то сухой корм дают, то там еду кардинально вообще меняю, смотрю на собаку, как это на ней отразится. Я пришел к такому выводу, что жир не сделает твоего Амстаффа сильнее. Скорее наоборот, собака потеряет потенциал и не сможет полностью раскрыть свою физическую силу. И почему я так сужу? Даже взять хотя бы выносливость. Если Стаффорд у тебя на массе, ты нормально его тренировать не сможешь. То есть, как я уже сказал, весь потенциал не раскроется и нормальную тренировку ты там не проведешь. Собака быстро устанет, и вся эта тренировка будет похожа непонятно на что, из-за того, что у собаки имеется лишний вес. То есть, если у собаки лишнего веса нету, либо там, децл совсем его, то в таком случае у тебя собака будет подвижная, и в таком случае ты уже проведешь нормальную тренировку, скажем так, на полную мощность. То есть собака в ней раскроется, и это ей пойдет на пользу. Поэтому ничего хорошего в лишнем весе нету. Тем более это вообще нагрузка. В большинстве случаев там вот то, что я читал из интернета, это, как правило, говорят, что нагрузка там на суставы. Но мое мнение такое, то, что это нагрузка вообще на весь организм в целом. Даже если взять какие-то там бои, драки собак, потому что мне тоже писали, вот у меня там Амстафф маленький, а справится ли он там с бультерьером, либо там с какой-то еще другой собакой. Даже если взять этот аспект, то ты можешь посмотреть видосы, где вот, как правило, Стаффорд, который участвует в драке, почему он отхватывает? Там какой-нибудь Стаффорд против Алабая. Вот я просто вспоминаю по памяти там вот последнее, что я видел. Это было очень давно, но там Стаффорд был тупо откормлен. И вот у них там началась схватка. Но там не было никакой жести, просто как бы Стаффорд пал в бою. И он почему пал? Потому что его откормили. И он не повернуться, не развернуться не может. И только мешает лишний вес. Лишний вес не дает раскрыться полностью всей силе и мощи Амстаффа. Но тут тоже нужно баланс соблюдать. Если просто не кормить собаку, как некоторые называют там сушка питбуля, сушка Амстаффа, и все, что они делают, это не кормят собаку и тренируют ее. И там собака выглядит, как будто она сейчас в обморок упадет. Вся какая-то нервозная, ребра торчат. То есть это тоже нехорошо. Нужно смотреть, чтобы собака оставалась как бы сытой, но была в тонусе. Чтобы она могла там прыгать нормально и при этом свободно дышать, а не задыхаться там спустя 10 секунд. На этом буду прощаться. Всем пока!